Друзья, всем доброго воскресного утра. Времени 11 часов 6 минут. И я выбрался покопаться по спифам. Хочу поехать в тот лес, в котором мы копались прошлой зимой, и попробовать там раскрутить по спифам одно интересное местечко. В общем, посмотрел я тут недавно, кстати, свои подписки и количество зрителей, которые смотрят мой канал с подпиской и без подписки. Друзья, что я вам хочу сказать? 73% зрителей смотрят меня без подписки. Друзья, у кого кнопочка подписаться красненького цвета, нажимайте на нее, чтобы она стала серенькой. И тогда вы будете подписаны на мой канал. Обязательно нажмите кнопку подписаться. И обязательно досмотрите этот выпуск до конца. Я думаю, будет интересно. Друзья, я спешу вам напомнить, что по достижению 10 тысяч подписчиков мы проведем розыгрыш на канале и разыграем золотое черняховское украшение из чистого золота. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и ставьте лайки, чтобы принять участие в розыгрыше. Ребят, пока еду по лесу, хочется передать привет Андрюхе Славинскому. Андрюха, у тебя сегодня день рождения. Дружище, я тебя поздравляю с днем рождения. Всех тебе благ. Пускай сбываются все твои самые заветные желания. Найти тебе обязательно клад. Желательно клад Рима. И чтобы в жизни у тебя все складывалось хорошо. Любви тебе, счастья. И всего-всего самого наилучшего. Друзья, я, в общем, переболел ковидом. 3 дня у меня была температура 38. Но это не самое плохое, что могло быть. Самое плохое в этом всем, то, что пропал запах и вкус. Вот это такое чувство голимое, просто капец. Когда ты ешь еду, а вкуса никакого абсолютно не чувствуешь. Я, как сознательный гражданин, 2 недели пробыл карантин. И сегодня у меня карантин закончился, и я вот, собственно, выбрался покопать. В лесу так классно, я вам скажу. Погода сегодня замечательная. Немножко приморозило. Но ничего страшного, потому что в лесу копается даже при минус 10. Мне до места еще доехать метров, наверное. Ну, километр, наверное, мне еще по лесу проехать. И я буду на месте. Дорогу немножко раскатали лесовозами. Но не страшно, я ж на джипе. Поэтому по любым дорогам можем ездить, как бы. Ну, не по самым, конечно, там бездорожным, но по бездорожью можем гонять. Машиной, кстати, очень доволен. Toyota RAV4, 2.2 дизель на механике. Полный привод. Комплектация полная. Все, что хочешь, есть. Машинкой доволен очень. Я думаю, для таких поездок по лесам, по полям, это самое то, что нужно. В общем, добираюсь до места, друзья. Буду на месте. Обрисую вам картину, покажу, что и как. И буду раскручивать скифов. Все, смотрите. Друзья, вот я и на месте. Вот такой вот шикарный лес. Тишь да гладь. Красотища. Там происходит, проезжал вырубку, лес чистят. И я думаю, что, может быть, надо будет там где-то по этой вырубке попробовать пройтись. А находки были вот здесь вот. Все, вот здесь вот выше, ниже. И далеко от воды. До воды где-то метров, наверное, 300-400. В общем, буду сейчас пробовать ходить. Бугорки тут есть интересные. В общем, буду пробовать выхаживать. Попробую ближе к воде все-таки сходить. Потому что мы к воде не ходили близко. В общем, буду пробовать, ребят. Все, сейчас переодеваюсь. Беру прибор и погнал. Ну что, друзья, недалеко я отошел от машины. Ну, метров, может быть, 30.
Вон, смотрите, видите, сзади моя машина стоит. Хожу, здесь дорога идет старая. Хожу вдоль дороги. У нас выше там были находки. А я решил спускаться немножечко ниже. И есть у меня уже первый наконечничек. Смотрите. Вот он такой вот. Семечко. Классный. Сигналы, конечно, такие не очень. Ой, кончик отломал ему. Сигналы, конечно, такие не очень, но в принципе читаемые, я бы сказал. Поэтому надо копать все сигналы. Ну, вот такой вот наконечничек, друзья. Буду сейчас вот это вот все место, туда вот там река течет. Буду вот это сейчас все место планомерно как-то пробовать выхаживать. Я думаю, что какие-то находки должны быть. Но начало уже как бы положено. Так что, друзья, не теряем времени. Идем искать дальше. Смотрите. Друзья, есть сигнальчик. Что-то я подозреваю, что это может быть наконечник. А может быть и нет. Сейчас посмотрим. Не, это дробь. Но бил как наконечник. Кручусь все в том же месте. Вон машина стоит. В общем, выхаживаю. Наконечник нашел вот за вот этими вот кустами. Иду искать дальше, смотрите. Вышел, друзья, я с низины, поднялся немножечко на бугорочек. И есть у меня вот здесь вот в грудочке сигнальчик. Подозреваю, что это наг. Даже вижу его уже. Смотрите. Вот он. Наконечничек. О, это уже не семочка. Это уже такое что-то поинтереснее. Сейчас. Это уже что-то поинтереснее, друзья. Залипший, правда. Ну, классный. Классный наконечничек. Второй, друзья, уже за сегодня. Сейчас буду, хочу по старым местам пройтись. По вот этим вот бугоркам. Пройтись по старым местам. Попробовать, может, мы что тут где-то пропустили. Потому что там в низине как-то тишина. Хотя Колян там зацепился в низине. Сейчас встретил там комрадов. Ходят 4 человека. Ну, увидел двоих. С одним пообщался. Тебе привет, дружище. Говорит, подписчик мой, подписан на канал. В общем, иду, друзья, дальше искать. Все, не переключайтесь. Я думаю, будет интересно. Наконечник. Выкопал сигнальчик, друзья, и подозреваю, что это наконечник. Сейчас посмотрим. Да, смотрите, наг. Маленькая семочка. Прикольный. Вот поднялся на старые места повыше и пошли находки. Супер. Уже третий. Сейчас вам покажу еще предыдущих два. Секундочку, друзья. Я их в кабарничку в свою складываю. Я вот не знаю, или я записал предыдущий наконечник, потому что что-то у меня камера завтыкала. Вот такой вот сейчас выкопал вот этот вот второй. Не знаю, если не записал, то вот он. Класс, уже 3 штучки есть. А, пошел по старым местам, по бугорочкам походить. Сейчас спущусь. Где-то у меня тут есть место, где я выкопал штук 10 наконечников сразу к ряду. Что-то я не могу его найти, не могу вспомнить, где оно, друзья. Сейчас попробую его поискать.
В общем, сейчас вот это вот буду выхаживать, все места вот эти. Все, погодка шикарная, солнышко, тепленько, классно. В общем, буду под каждую елочку залазить и искать. Все, идем дальше, друзья, смотрите. Друзья, есть у меня сигнальчик. Очень высокий. 90 бьет, сейчас попробую онлайн выкопать. Что-то здесь высоко. Не знаю, что такое. Что-то здесь. Дробь какая-то, наверное. Да, а не, не дробь. Какая-то алюминиевая гайка. Жаль, что не накосник. Очень хотелось накосник или наносник. Вот такая вот болтик такой выкопался. Так, идем дальше искать. Не теряем времени. Времени маловато походить. Друзья, кручусь все на том же бугорочке. Блин, такой сигнал был. Думал, шмурдяк какой-то, честно говоря, не снимал. А тут наконечник, прикиньте. Вообще капец. Классненький такой. Колян мне говорил, что это место уже выбито. Мы его шатаем, ну, второй год, я вам скажу честно. Второй год, друзья, мы шатаем это место, и я отсюда вынес больше 60, наверное, наконечников. Может, ну, может, под 70 где-то точно. И все равно есть находочки. Классно. Спустился чуть-чуть ниже к дороге. Буду вдоль дороги вот так вот продвигаться в сторону машины. Подойду к машине, попью чайку и продолжу свои поиски. Класс, я доволен. Я хотел так наконечников, давно не копал. И так хотел их, капец. Четвертый, друзья, четвертый наг. Идем дальше искать. Есть сигнальчик, друзья. Пришлось корни перерубать. Вот здесь вот где-то. В ямке. О. Сейчас будем смотреть вместе. Наг, друзья, смотрите, класс, блин, пятый наконечник, крутяк, о, хорошенький какой, жалко, кончик обломанный, но это не я, это он такой был при жизни, так, супер, хорошенький такой, класс, пятый, друзья. Пятый наконечник. Кручусь я все там же. Вот здесь вот где-то сейчас я выкопал. Так, 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 где? Прям посредине тропинки. Шел, еще так удивился, сигнал такой был классный. Где-то здесь вот выкопал я наконечник. Вот там вот выкопал и вот там вот. Четыре штуки, можно сказать, с одного бугра. В общем, классно. Берем наконечничек, я уже доволен. Уже пятый. Колян говорил, нету здесь ничего, нету здесь ничего. Есть тут все, ходить надо просто. Иду дальше. Все, хочу уж к машине дойти, чая попить. Солнышко еще относительно высоко. Так что я думаю, что я еще похожу. Лес мне нравится. Шикарная погода, вообще супер, смотрите. Ветра практически нету. В общем... Погода классная. Декабрь месяц, друзья. 27 декабря. Вот такая вот у нас зима. В общем, иду дальше. Ямки закапываю. Потому что можно
листьями их потом притрусит, кто-то вступит и может себе повредить ногу. А так раз, два закопал, делов 3 секунды времени. И все. Сигнал, кстати, был очень плохой. Он как-то, видите, так лежал, что был плохой сигнал. Еле зацепил его, разгреб ногой листья, и он чуть-чуть стал лучше. Так, все, продвигаюсь туда дальше. Машина метров, ну не знаю, метров 50 от меня, может 70. Недалеко я ушел, кручусь все в одном месте. Все, друзья, иду дальше. Друзья, в общем, докладываю обстановку. Иду я к машине, все-таки хочу попить чая. Голод берет свое. Я как бы особо не завтракал с утра. Чайку попил. И сделал себе бутерброды, хлеб с колбасой, с маслом. И налил себе чая. Сейчас дойду до машины и попью чайку, а потом обратно с этого же места, где я закончил, буду продолжать дальше продвигаться. Опять в сторону машины. Все-таки хочу пройти другую часть дороги. Я вот с этой стороны иду. Вот с правой. С правой от меня. И хочу... Я в этих местах, кстати, я и не ходил. Я вам скажу. Ходил по вырубкам. По соснам ходил. А вот именно в этих местах, по низине, по вот этой вот вдоль дороги я и не ходил. Поэтому есть непреодолимое желание это место пройти. Тем более, вы сами видите, что я уже зацепился и, можно сказать, почти с одного бугорка выкопал 4 наконечника. А первый выкопал здесь возле машины недалеко. В общем, и кстати, тут еще на этом месте есть находки по раннему железному веку. Ржевая, потому что Вадик находил гиппокампус. Не знаю, по-моему, гиппокампус — это скифская тема, а может и ранний железный век, точно не знаю. Кто знает точно, подскажите в комментариях. Вот я к машине уже и пришел, недалеко я как бы и был. И находил Вадик еще здесь, кстати, пришивную такую блямбу ржавешную, накладочку, большая такая, круглая, с рисунком. В общем, будем пить чаек, друзья. Сейчас. Так, открывайся. Что-то машина открываться не хочет. Замерзло все, что ли. Лес чистят, вырубывают. Я думаю, что надо будет потом по вырубке пройтись. Где-то тут я, кстати, видел какой-то скворечник на дереве прибитый. Надо будет пойти потом посмотреть, что это такое. Так, в общем, друзья, сейчас попьем чайку. Заварил себе чаечек в термосе. Термос, кстати, проведу вам обзорчик на термос. Stanley, американский термос, держит сутки кипяток. Мы когда приходим пить чай, мы сюда наливаем и ждем, пока он остынет. Я с утра заварил, и сейчас его ну просто не выпить, потому что ну реально кипяток. Поставлю пока на машину сверху, пускай остывает. Сейчас сполосну руки, сделаю себе импровизированную леечку. Сейчас, кстати, вам покажу. Постоянно показываю, как я... Если я один, как я мою руки. Вот такой вот лайфхак. Многие комрады берут на вооружение. Кстати, у Сани Анархотуриста недавно видел мой лайфхак. Вот такую вот сделал, в общем. Воткнул лопату, вставил бутылку. И все, и такая вот получается леечка. Сейчас отключу.
подачу воды можно регулировать. Немножечко бутылка плохая, тут пробка маленькая, и ее сильно не открутишь, там буквально пару витков. В общем, руки помыты. Что у меня там сегодня на обед? Взял бутрики такие, колбаски. Сейчас достану их. Взял бутрики и взял себе печенюхи еще. Я думал, что я с голоду тут не умру. В общем, друзья, обедаю. Всем, кто обедает, всем, друзья, приятного аппетита. Сейчас пообедаю и продолжим дальше поиски. Времени у нас, сейчас скажу, 2 часа 35 минут. 2.35, 27 декабря. В общем, все, кушаю, иду дальше. Смотрите. Друзья, мой обед закончен. Буду собираться и вернусь обратно на то же место, где я закончил поиск. Попил чаек с бутербродами. Червячка, как говорится, заморил. И хорошо. Так. Закрываем машину. Что такое? Нет, тут ключ в кармане лежит. Блин. Закрыл. В общем, идем продолжать копать. Сейчас. Закинем приборчик. Значит, что я тут себе думаю? Я, ребят, думаю, что, наверное, скорее всего, у скифов здесь было городище. Мне почему-то так кажется, потому что по всему лесу очень четко прослеживается вал земляной. Я себе почему-то думаю, что у них тут было городище. А мы обследуем уже второй год только одну сторону этого вала. Я думаю, что нужно найти... Обычно они шли по кругу, эти валы. Я думаю, что нужно найти... Куда он идет дальше, продвигаться по этому валу дальше. Здесь, кстати, Вадик нашел гиппокампус. Продвигаться по этому валу дальше. Попробовать обойти его. Потому что скифские городища могут быть в радиусе километр, 2 километра. Вот такие вот были у них городища. Так. Комрады ушли, что-то я их не вижу. Наверное, не зацепились. И пошли где-то они там дальше. Керамику видели. Слышу, разговаривают. Слышу, разговаривают. А, даже вижу. Даже вижу. В общем... Ходят, тоже что-то ищут, не знаю, что они нашли, конечно. Там несколько человек с аськами. Один с Деусом, с блондинкой. В общем, не знаю, ходят ребята, что-то ищут, вон двое. Может, подойду к ним. Спрошу, что нашли. А, они уже, наверное, к машине возвращаются. Сейчас дойду все-таки, спрошу, что нашли. Подошел к ребятам, сейчас находочки их не посмотрим. Ага. Не знаю, там ну, классный, там, да. Угу. Я 5 штучек нашел. Масики. Масики такие, да. Все уже? Ну, тут да, на сегодня. Будете переезжать куда-то или, или все уже, да, домой? По дороге там где-то еще зайдем, может. Ну мы вот здесь вот копали тоже, вот в этих елках слева, справа, вот тут вот попадались тоже наконец.
Мы туда так на бугорочек заезжали, там на бугорке попадались. И вот здесь, и вот так вот оно тянулось сюда вот вправо. Туда вот тем, короче, соснам. А это вот начали вырубать, потому что в прошлом году такого не было. Да, вырубка серьезная. Свежая вырубка взагалі. И здесь тоже на вырубке тоже попадались. Не знаю, оно такое раскидано все очень сильно. Да. Встретился я с комрадами, друзья, они уже отправляются к машине, они на трассе там машину поставили. У меня сигнальчик есть, бил черным, VDI не показывал, я чуть-чуть подкопнул его и смотрите, что сейчас у нас. VDI так же само не показывает, но сигнал четко цветной. Сейчас выкопаю, посмотрим, что там. Не выкопал. Сейчас пинпоинтером поищем. Сигнал был цветной, но это кованое железо. Язычок. Смотрите, друзья, это язычок какой-то от пряжки, скорее всего. Может, там еще что-то есть цветное? Не, вроде нет. Сигнал был цветной. Ничего больше нету, друзья. Закапываем ямку. Маскируем и идем дальше. Продвигаюсь вот так вот прямо. Метров 50. И с левой стороны у меня машина будет стоять. Высоко сильно не поднимаюсь. Мы там, в принципе, все уже выходили. Но пройдусь по низам. Все, иду дальше. Есть сигнальчик, друзья, очень такой сомнительный. VDI опять же не показывает. Но так иногда бьют наконечники. Поэтому я думаю, что стоит этот сигнал проверить. Что-то мне кажется, что это дробь. А может и не дробь. Но где-то, по-моему, сверху он. Сейчас еще раз проверим. Надо подкопнуть, глянуть. Камни там. Так неудобно копать. Я думаю, что это дробь. Мне почему-то кажется, что это может и не дробь, а может и не дробь. Неудобно одной рукой копать и снимать сразу же, но что делать. Есть где-то здесь. Что-то мелкая дробь, скорее всего. Уже бы наконечник нашел бы. Фольга. Смотрите. Кусочек фольги. Прикиньте.
Даже пинпоинтеры практически не видят. Так, идем дальше, не теряем времени. Есть сигнальчик, друзья. Подозреваю, что это может быть наконечник. А может быть и нет. Как-то он сверху тут совсем. А не, проволочка. Блин, что ж такое? Хочется снять онлайн сигнал. И нифига не получается. Вот, кстати, ям какая-то кто-то копал. Наверное, мы. Я так себе думаю. Так, иду дальше. Есть сигнальчик, друзья. Если это не наконечник, будет очень грустно. 63 бьет. В принципе, по VGI как наконечник. Сейчас попробуем выкопать. Друзья, это дробинка, прикиньте. Блин, обило. Било как наконечник. Ой, хочется онлайн что-то выкопать. И что-то ничего не получается. Так, иду дальше. Вон машина метров 30-40 от меня. Выкопал сейчас дробинку. Такой сигнал был классный. Думал, что это наконечник, но это дробинка. Села батарейка в камере. Сейчас поменял батарейку. И мне еще метров 40 где-то до машины пройтись. Уже солнышко садится. Ну, еще где-то там видно за деревьями. Еще просветы какие-то есть, но уже садится. И скоро я, ребят, буду ехать домой. Хочется еще найти хотя бы одного или два наконечника. Но сильно упираться не буду, чтобы по темному домой не ехать. В общем, пока продвигаюсь дальше к машине, а там буду смотреть. Хочется все-таки еще пару наконечников найти. Идемте дальше, друзья. Theology – крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для коллекционеров. Здесь вы можете купить или выставить на продажу редчайшие предметы коллекционирования, уникальные антикварные находки, произведения искусства, старинные книги и многое другое. Theology – это наилучший вариант как для опытных коллекционеров, так и для новичков. О любом найденном предмете можно спросить на форуме, эксперты оценят находку, предоставят о ней исторические сведения, а также укажут примерную стоимость. В магазине Violity вы найдете аксессуары для коллекционирования, альбомы, холдеры, весы, средства для чистки антиквариата и прочие полезные товары. Все это поможет сохранить вам ценнейшие экземпляры в великолепном состоянии. Узнавайте много нового и интересного, коллекционируйте историю вместе с Violity. Ссылки под видео в описании. Друзья, в лесу так шикарно. Тихо, спокойно, никуда уезжать не хочется. Какая-то птица там кукует. Слышите? Она уже это делает минут, наверное, 40. В общем, буду я заканчивать коп. Луна такая шикарная. Сейчас вам попытаюсь как-то ее показать. Вон она. Видите? Почти полная луна. Уже
уже темнеет. И как бы пора ехать домой. Но уезжать вообще не хочется. В лесу так классно. Суперовая погода. Сегодня шикарный день. Сейчас вам покажу, что мне удалось сегодня найти. Значит, нашел я вот всего-навсего 5 скифских наконечников. Ну, в хорошие времена можно было найти штук 10-15. А сегодня вот так вот. Походил я, в принципе, не так и много, я вам скажу. Походил я не так и много, но тем не менее какие-то находки есть. Хотя Колян меня уверял, что тут уже ничего не осталось. Осталось еще. Я думаю, если еще сюда приехать, попробовать в разные места пораскручиваться, то будут еще находки. В общем, буду, друзья, идти к машине, собираться ехать домой. Все. Всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик. Будут у меня еще экспедиции. Еще увидимся. Я думаю, увидимся уже в следующем году. Поэтому, друзья, вас всех с наступающим Новым годом. Счастья, здоровья. Всем, кто ищет, всем классных находок. Любви, мира, удачи. Всем пока, друзья. Друзья, смотрите, какой прикол. Как обычно бывает, иду к машине, сигнальчик и скифская заколка. Прикиньте, я тут ходил миллион раз. Блин, я, по-моему, еще и согнул. А может и нет, а может и не я. И она, по-моему, еще в позолоте была. Ага, вон остатки позолоты остались. А может и не я согнул, а может и я, когда выкапывал крутяк. Находка просто класс. Я, кстати, в этом месте, ну сейчас уже не видно, но вот здесь вот я находил заколки скифские, несколько штук нашел. И железную, и бронзовую, несколько бронзовых. Крутяк, друзья, крутяк. В общем, ходить еще здесь, в этом лесу и ходить. Я ее, наверное, отдам на реставрацию. Пускай ее аккуратненько выровняют. В позолоте была, вот остатки позолота еще остались. Класс, класс. Все, еще направляюсь к машине, друзья. Решил тут петлянуть немножечко. Машина вообще вот там вот моя стоит. Я так вышел с елок, с вот этих вот. И решил крутануться здесь на бугорочке. Ну и вот, крутанулся, пожалуйста. Хороший сигнальчик был. Думал, наконечник. Все, берем. Иду дальше к машине.